בוקר טוב, שלום עליכם, שדברי תורה אלה נשמת כל הנסלמים פרלם הרמות החיים מתאמה להצלחת המשלם ופרת המסלם ופרת המרפואה שלמה לציון בן אסתר פרד רז'יים, חוק לישראל, פרשת דברים ליום חמישי נא צ'טבר, חוק לישראל סיבודניה מצ'טיים, פיית פסוקים כתורי סעת וסטווית, בוקווי היי סביתומו אימים נפסיבישנים הבן אימי פרוסים סביבישנים, אשלה בון דל נאם צ'אסט רוח כתורו מי פלוצ'ים פוסלי זאפטרה נא שבת. Первый пасук говорит, вчера мы сказали, что Моше сказал евреям, что они ушли от горы Синай, все подошли к земле Израиля. И Всевышний сказал, нужно, что ее нужно, они могут подняться и захватить, и получить ее в наследство. Дальше говорит пасук 22, вы приблизились ко мне, все вы, говорит Моше Рабейну, и сказали мне, давай пошлем людей перед собой, чтобы они разведали нам эту землю. И вернут нам, Бешивотану Давар, вернут нам слово, по пути, к которому нам подняться, и города, которые мы должны захватить. Говорит Раши, Батихрибун Ирай Курхем, говорит Ура, и вы, Муше говорит еврейскому народу, и вы... Говорит Муше еврейскому народу, и вы все пришли ко мне. Что значит, вы все пришли ко мне? Объясняет Раши, Беирбувия. Что это Беирбувия? Один балаган, все смешанные. Дальше мы будем читать, это первая глава мы читаем. Дальше мы будем читать в пятой главе, что там написано «Ветхервуне рай кора шахем». Моше Рабейн говорит еврейскому евреям, и вы приблизились ко мне все ваши главы, главы ваших колен, старейшины, и сказали так-то и так-то. Там он говорит, вы пришли ко мне правильно, так как надо. Сначала старейшины уважили глав колен. Молодые уважили старейшин, и вы пришли как надо. Здесь же вы все пришли как одна большая банда. Дети толкают стариков, старики толкаются с главами колен. То есть здесь уже было видно, что они не пришли за правильной идеей. Ваши вот он давай, что значит, они вернут нам слово. Говорит Раши, они скажут нам, на каком языке жители земли Израиля разговаривают. Это Дерех Ашерна Алейба, по пути, к которому мы должны подняться. Эндерех Шеэнба Акмимут, потому что он говорит, нет пути, который идет прямо. Если они нам покажут один путь, нет такого пути, который всегда идет прямо. Есть всегда поворот туда, поворот сюда. Они должны будут это разведать. Ведь Арим Ашерна Волейн, и те города, которые мы захватим, то есть... Они должны были разведать, на какие города лучше напасть в первую очередь, на какие вторую и так далее. Следующий пасук говорит, «Ваитавейная давар», Моше говорит, «И мне понравилось ваше предложение». «Ваиках микем шнем асара нашим ишеха длашавет». «И я взял у вас 12 мужей, одного человека от каждого колена». Говорит Раши, «Ваитавейная арбанавада», «Мне понравились ваши слова». Что это значит? «В моих глазах мне это понравилось, но не Всевышнему». Говорит Раши, а если это понравилось Моше, для чего он сейчас их упрекает? Почему он их упрекает? И говорит Раши, на что это похоже? Человек привел на базар продавать своего осла. Пришел покупатель, говорит, я хочу купить своего осла, но перед тем, как я тебе заплачу, я хочу его попробовать, посмотреть, испытать. Как сегодня человек идет для Авдея покупать машину в кардилере, ему говорят, ну вот сядь по... Проезди на ней. Тест-драйв, да, называется? Тест-драйв. Пару блоков. Он говорит, окей, как ты хочешь проведать, вот тебе осел, держи его, вот тебе уздечка, иди. Он говорит, я хочу подняться с ним на горы, нет проблем. Я хочу пойти сюда, я хочу пойти сюда. Хозяин говорит, нет проблем, все, что хочешь, можешь сделать. Проверь его, потом испытай. Что делает этот покупатель? Он говорит, я вижу, что он меня не задерживает. Он там не увиливает, но, скорее всего, он уверен в своем осле. И поэтому, даже не испытывая его, он покупает этого осла. И также говорит Моше Рабейну, когда вы пришли ко мне и сказали, давайте пошлем разведчиков. Да, это мне понравилось, но это я согласился с вами. Для чего? Чтобы вы поняли, если я соглашаюсь, что вы послали туда разведчиков, значит, нет изъянов в этой земле. Значит, она для нас подходит. Вы же, несмотря на то, что я согласился... Сказали, нет, давай пошлем разведчиков. Ваиках микем, он говорит, я взял у вас, из вас, мина брурим шебахем, я взял самых лучших, которые были у вас, самых достойных. Шне масара нашим, 12 человек,
по одному от каждого колена. Отсюда он говорит, что мы видим, сколько человек там было? 12. Колено Леви своего разведчика не послали. Это было единственное колено, которое поняло. А кто с вами? Два Манаше и Ефраим. Йосеф на два разделился, Манаше и Ефраим. Дальше говорит пасух, Ваита вейна, мы сказали, 24-й Ваифну, Ваялу Ара, Ваяву Адна, Ханешколь, Ваяргилу Ота. И они поднялись на гору и пришли к Нахаль-Эшколь и разведали эту землю. Нахаль-Эшколь мы читали в книге Бемидбар, что почему это называется Нахаль-Эшколь? Потому что евреи срезали там гроздь винограда, и так это место дали название Эшколь. В память о виноградной лозе, которую евреи срезали. Сколько человек несли эту виноградную гроздь? 8 человек. 8 человек ее несли, один нес гранат, один нес финик, фигу, инжир, а Йошуа и Калеб ничего не взяли. Поэтому Раши говорит, она здесь называется тем именем, которым в будущем это место назовут. Байраглуота, и они разведали эту землю. Объясняет Раши, что показывает, что они прошли ее вдоль и поперек. На все 4 стороны этой земли они разведали. 25 пасу говорит, Вайкум Баядам и Приарит, Вайруду Елену, Вайшиву, Отану, Давар, Ваймру, Товарец, Ашер, Ашем, Рокену, Тенлану. И вы взяли в свои руки из плодов той земли, и спустили их к нам, и ответили нам, то есть вернули нам слово, то, что мы сказали, сказали нам, дали нам репорт, что земля, которую Всевышний обещал, которую Всевышний нам дает, она очень хороша. Говорит Раши, что значит вы спустили для нас эти плоды? Показывает нам, что земля Израиля выше любой другой местности на земле. Ну как, самая, как так может быть? Какая самая высокая гора? Джамалунгма, да? Эверест. Эверест. Ну как так может быть, что написано, Раши говорит, что земля Израиля самая высокая? Объясняют мудрецы, земля она круглая, правильно? Человек, который берет мяч и смотрит на этот мяч сверху, то место, которое он смотрит сверху, оно кажется выше любого другого места на этом мяче. Несмотря на то, что все разницы, все стороны равны. Поэтому говорят, объясняют мудрецы, написано, что глаза Всевышнего всегда обращены к Эрец Исраэль. Поэтому если он смотрит на земной мяч, какая самая высокая точка на земле? Это Эрец Исраэль. Дальше говорит пасук 26, закончили мы Раши. Ваймру Това Арец, они сказали нам, что земля очень хороша. Меньше Амру Товата. Кто сказали, что земля хорошая? Говорит Раши, Йошуа и Калев. Только два разведчика из 12 сказали, что земля хорошая. Йошуа и Калев. 26 пасук говорит, Вело Абитем Лаалот, Ватамру Эт Пи Ашем Элохем. И вы не хотели подниматься в эту землю. И вы восстали против слова Всевышнего Бога вашего. Это Йошуа Бенун, да. Ваттамру, что значит вы ваттамру? Ляшона тараса титрастем кенегед маамарок. Мы сказали, объясняет Раши, ваттамру, это слово означает, что они восстали против Всевышнего. Невим на сегодня, это Йешаяу, 1 глава, 22 по 26 псуким, где он говорит, что еврейский народ испортился, серебро и золото их стало нечистое, что банды воров и разбойников ходят по земле Израиля, что судьи принимают взятки, не судят вдов, не судят сирот. Поэтому Всевышний говорит, я накажу вас, а если вы исправитесь, то я верну снова ваших судей, так какими они были раньше, праведными, честными и справедливыми. И после этого этот город Иерусалим будет снова называться праведным городом и верным городом. Телим на сегодня. Нет, 4 я не сказал, мы сказали 3. Там стекаются 3 континента в Израиле, Европа, Азия и Африка. 3. Да, все. Нет, 3 я сказал. Мы сказали, что сейчас разведчики прошли 4 стороны Израиля. Телим говорит на сегодня, опять Давид Амелех восхваляет Всевышнего, Весагеви Йон Меони, поднимает бедного из его бедности, Весем Кацом Мишпахот.
Мишпахот, Вейруши Шарим, праведные видят и радуются Всевышнему, кто говорит о мудрый, который будет размышлять об этом. И начинает следующий Тейлим, здесь 108 глава, Шир Мизмор Ливне Давид, Нахон Либи Элоким, Ашира Вазамра Авкевуди. Что говорит Давид Амелех, я буду восхвалять Всевышнего даже по своему уважению. Мишна на сегодня это трактат Бехорот, трактат, который говорит о законах первенца. Как мы знаем, первенец, который родился у еврея, первенец животных, барашек, козлов, коров и так далее, и первенец осла, он имеет святость. Поэтому этот первенец отдается Коэну. Но если у него есть какой-то дефект, тогда этот первенец свою святость теряет. Если есть вопрос, это первенец или нет, как мы на той неделе говорили, там было 10 овец, которые рожали. Половина из них были уже, которые рождали уже один раз, половина первый раз. Это было ночью, человек не заметил, пришел утром. То этого, или какие-то другие вопросы, связанные с этим первенцем, то этого первенца нельзя резать, его нельзя отдавать, его нельзя приносить в Бет-Амикдаш. Что с ним делают? Его оставляют. Он будет жить. Год-два он будет жить, пока у него не появится какой-то дефект. И Мишна, сегодня мы пройдем третью Мишну, которую дальше Гмара объяснит. Говорит Мишна так. А? Ну, нет. Даже баранов так трудно иметь, да? Только закон. Надо смотреть, кто первый, не первый. Да. Не дай бог, не того покушал, что ли. Не, сегодня у нас это закон в Израиле такой есть. Только, нет? Но все равно. Одну минуту. Начну. Иван-Куэль. Мы сейчас всех времен не послушали, короче, да? Евреи. То. Говорит, да, третья мишна. Мишна говорит так. Ацорем беозен абехор. Арезе лой шахет оламит. Человек отдал своего первенца Коэну. Что сделал Коэн? Коэн надрезал ухо этого первенца. Для чего? Тогда он уже не должен его в Бет-Амикдаш приносить, чтобы он стал хулин, чтобы он мог его зарезать и продать, и взять эти деньги за этого барашку. Коэн. Что с Коэн испортил этого первенца? Арезе лой шахет оламит. Что говорит Мишна? Мишна говорит, этого первенца уже нельзя резать во веки веков. Коэн хотел для себя сделать что-то хорошее, как он думал, нарушив закон. Тора говорит, не имеет права. Вафилу нафаль бумум ахер лой шахет мишум кнас. Теперь мы что сказали? Можно вот эту монету потом делать, пожалуйста? Мурон Юсеф или кто там? Мурон Уриэль. Он говорит так. Мы сказали, что если у этого первенца появился какой-то дефект, тогда его можно зарезать. Он теряет свою святость. Но если Коэн сам собственноручно нанес ему дефект, мы сказали, не имеешь права резать из-за этого дефекта, потом у этого первенца появился другой дефект, все равно не имеет права резать. Все. Это штраф для этого Коэна. Диврей Раби Лейзер. Так мнение Раби Лейзера. Вахахамим умрим, кшиибалет ломум ахер ишахет алав. Мудрецы же говорят, если у него появится другой дефект, можно его будет зарезать. Маасе Безахар Шель Рахелим, рассказывает Мишна, говорит так, был один случай, Маасе Безахар Шель Рахелим Закен, был баран, старый, Усааро Медульдаль, у него были длинные волосы, они уже сыпались с него эти волосы, Верау Каздорехат, и увидел его один, по всей видимости, римский офицер, увидел его наместник царя. По большинству мнению, он был не еврей. Амар, мать его, шерзе, он спрашивает, что это такое, баран с такой длинной шерстью, его стриги тоже нельзя, его шерсть нельзя использовать. Что он такой здесь? Амуруло, бехорху, веэно нишхат, элим кен, хаябому. Ему сказали, этот баран первенец, его нельзя нам резать, пока у него не появится дефект. Пока у него не будет дефекта. Наталь Пидьон, он взял свой меч, וצרם באוזנו, и надрезал ему ухо. ובא מעשה לפני חכמים, והתירו. То пришли и спросили мудрецов, что делать с этим бараном.
у него появился дефект. Мудрецы сказали, можете его зарезать. Вот человек увидел, о, надрезали ему ухо. Он больше свою святость не имеет, можно его резать. Пошел и всех своих первенцев уши он надрезал. Сказали мудрецы, всех больше всех кушать нельзя, резать не имеешь права. Того можно было, Гемара объяснит, почему тому можно было, а этого нет. Там, ну, мы сами понимаем, что там это было неумышленно, здесь он сделал умышленно. Дальше Мишна приводит другой пример, и Гемара спрашивает, для чего нам нужно два примера? Достаточно было один. Пример такой. Памахата юти нокот месахаким басаде векашру зенавод телаим зелазе венифсека лезнаво шелехад мехем веарегу бехо. Однажды дети игрались и привязали хвосты животных друг к другу, барашков. Они хотели отделиться, и хвост одного из них оторвался. Убама сельф не хахамим, и тиру. Опять спросили мудрецов, они сказали, что у этого барашка появился дефект, можно его зарезать. Рау, ши, тиру, верху, векашру, зенавод, бехорот, ахерим, ве асру. Что сделали они? Завязали тех всех других. И порвали. Порвали, но хахамим сказали, вы их не имеете права кушать. Говорит, Мишна закляль, хольши ули да, то асур. Мишна говорит, правило такое. Все, что человек делает умышленно для себя, не запрещено этого первенца резать. А куда девать их? Он остается, пока он не умрет. Рабай, а этот баран, который хвост порвали, порвался, он уже не кошерный, что ли? Кошерный. Как? Почему нет? А что, они его продать тоже не могут, что ли? Вешело, то мы алахот трифа сейчас не изучаем, но он кашем. Вешело ле дато, если же он это сделал неумышленно, появился какой-то дефект, тогда это животное можно есть. Это мишна на сегодня. А вот раньше курей надо было резать, чтобы кашемер было, надо было кровать, правильно? Да. Но иногда далеко было ехать, и люди сами резали. Это не считается. Конечно, не считается. Это невера. Нож должен быть правильный. Мишна мы сказали, Гемара у нас трактат Бехорот, лист 35, страница 1. Говорит так, Памахат хаю уцриха ляшмен. Мы сказали, что Мишна приводит два примера. Один с этим солдатом, второй с детьми. Говорит, Гемара обычно приводит пару слов из Мишны. Памахат, однажды. Хаю были, это рассказ с детьми, которые играли и завязали хвосты животных. У цриха, и говорит Гемара, оба этих случая нам необходимо, чтобы мы вывели закон. Потому что это вроде же одно и то же, правило одно и то же, то, что сделано умышленно, запрещается, то, что сделано неумышленно, разрешается. Диашмина нохри. Если Гемара бы нам рассказала только первый случай, где был, скажем, римский солдат, который надрезал ухо этому барану, дела ати или мисрах. Мы бы что сказали, то он пришел, он взял, он не научился, он не знает, что теперь можно дальше так делать. От этого никакой пользы ему самому не было. А валь катан, де ати или мисрах, эмало, маленькие же дети, которые завязали хвосты, и мы их и мы разрешили этого барана, они могут выучить из этого закон. А, значит, можно завязывать. Поэтому, говорит Гемара, нам нужен был тоже первый случай. Что даже в том случае, что в случае, когда этот солдат порезал, и мы предполагаем, что дальше он так делать не будет, он из этого не выучит правила, этот барашек разрешается. С детьми же он будет разрешен, потому что дети, они еврейские, смышленые, они научатся, и они будут это делать. Дальше говорит Гемара, и ашмейнан катан мишум дело ателе ахалуфе бегадоль. То для чего нам Мишна привела тогда историю с детьми? Для чего историю с детьми привела? Достаточно нам про этого солдата, чтобы вывести это правило. Говорит Гемара, тогда мы что думали? О, тогда мы сказали, а маленьким детям это разрешается. Если маленькие дети нанесли какое-то увечье животному, тогда это разрешается, а если будет взрослые это сделали, это не разрешается. Поэтому говорит Мара, аваль нохри де ателя и халуфе бегадоль эмалот сриха. Поэтому взрослые мы бы не научились,
Поэтому, говорит Гемара, оба эти случая нам необходимы для того, чтобы вывести это правило. И первый случай с солдатами, и второй случай с детьми. Амаров, изда амаров, кетина. Ло шану, эля де амар ло. Еленкен хаябуму. Мы что сказали? Когда этот солдат спросил, почему этот баран такой старый, как ему ответили? Он первенец, и нельзя его резать, пока у него не будет дефекта. Поэтому, говорит Рав Хисда, именно в этом случае, когда именно так было отвечено, ему разрешили затем этого первенца зарезать. Если бы он сказал, если бы человек сказал, если бы ему сделать дефект, если ему проделать дефект, тогда даже если этот солдат порежет, тогда это все равно будет запрещено. Кеманда амар ле зилам вид бе мума даме. На что это похоже? Это похоже на то, что человек как бы говорит этому солдату, нужно ему нанести ущерб, нанести увечья. Поэтому если мы просто сказали, он спросил, почему так, мы ему ответили, правило такое, пока у него не будет увечья, он не кошер, он запрещен, он имеет святость. Если же мы говорим, что нужно ему сделать увечья, тогда мы говорим ему открытую, это будет запрещено. Амар ва михди ми мела у. Шло ая йоде, агой шее мутар ледо вело летер ниткавет. Мали ая мали насе. Эле насе нами мела ху вело шана. Закла, кол шу ледат асу. Как мы сказали, правило, которое человек говорит, человек, который делал умышленно, это запрещено. Ля туе май. Что это нам добавляет? Ля туе грама. О, грама, теперь человек не сделал умышленно ему дефект. Что он сделал? Гемара говорит про такой пример. Опять, мы сказали правило, человек, который наносит умышленный дефект, этот первенец будет запрещен. Неумышленно разрешен. А что если я наношу ему дефект не напрямую, а косвенно? Например, говорит Гмара, Шелола да датуе мессиях лефитумо. Мессиях лефитумо, он просто Шелола амказдор матибо элахем асва мессиахим лефитумам ваумрим ре ло ишахет лезе лоулаум вело ниткамну лаках шияти. Я бехор лдафо. Один неумышленно это случай, когда этот солдат проходил, и они просто говорили между собой, два еврея. А почему этот баран такой старый, они сказали, он первенец и так далее. Солдат услышал, решил им помочь. Это месех лефитуму, они говорили между собой, это разрешено. Другой случай, объясняют мудрецы, я не знаю, здесь мы сейчас дойдем или нет, то что делает человек, у него есть первенец. Он берет кусочек теста или берет... Там написано финики, которые сладкие, и прилепляет его к уху этого барана. К уху. Подходит собака для того, чтобы съесть это тесто или вот этот фрукт, и кусает ухо этого барашка. И так получается дефект. Косвенно. Нельзя. Это тоже нельзя. Да. А если это дети подумают, и такой бизнес сделают? Нельзя. Мы же скажем, что детям тоже нельзя. Шело ла да для твоей месси агрофитумо. А я дальше Мишна нам сказал такой случай. А я бехор ротво, беато, беасабомум, гарезе шохатинала. Человек шел, вдруг за ним погнался баран, первенец, он от него убегает, он за ним, он от него, он остановился, дал ему ногой, рукой, я не знаю, этому барашку, и получился у него увечье. Этот барашек был первенцем, теперь можно его зарезать. Но говорит Гемара, амаров папа, лошану эля, шебеато бишат редифа. Когда такой барашек становится разрешенным для потребления, когда он ударил его и нанес ему увечья, когда он бежал за ним. А валя ахар эдифа ло лопшита. Мау детема царе утке митка. А когда он уже остановился, устал этот баран за ним бежать, или он успокоился, и он его потом ударил, он говорит, он это увечье не считается увечьем. Какая разница? О, друг. Ну там он спасался от него, хотел его остановить. Поэтому это было неумышленным. Здесь он уже остановился, все успокоился, все прошло. Что ты его бьешь сейчас? О, что ты его бьешь? Гмара говорит, детема цареу кемиткар. А может быть, когда я остановился, я вспомнил, как он меня замучил, как я от него убегал. И тогда я его ударил. Камашмалан. Мы сказали, камашмалан здесь означает... Сейчас,
Сейчас, одну минуту. Бойня. Поэтому сказали, даже если он вспомнил, насколько он мучился с этим и убегал от этого барана, это нас учит, что именно когда он бежал за ним, у него дефект, он разрешается, а после того, как он остановился, и он его ударил, даже вспомнил свои мучения, это не разрешает. Это первая версия, то, что сказал Рав Папа. Амар Рав Иуда, мутар леатиль мум бивхор кодем шеяца лаавир хаолам. Теперь. Дальше говорит Гмара так, Раби Иуда говорит, вот этот барашек, до того, как он родился, можно ему нанести увечья. То есть, как? Он, сейчас он рождается, выходит из утробы матери. До того, как он родился, можно ему нанести увечья, тогда он не будет первенцем. Что значит? Мутар ты бум, кодем ше яцаля авир аулам. Почему? Потому что этот первенцем не считается святым, пока он не выйдет из утробы матери, потому что написано, он должен выйти из утробы матери. Амар. Амар Рава. Гадья бе удне. Теперь, как можно ему нанести увечья? Теперь закон у нас такой. Когда вышла из утробы матери, будь это человек, будь это ребенок. Голова уже считается родившимся. Даже, я думаю, не вся голова, а большинство головы. Теперь говорит Гмара, человек рождается первый козленок. Как ему навести увечья, когда он рождается? Человек не хочет отдавать его коэну, жадный. Что он делает? У козленка уши длинные, поэтому, когда он рождается, первым у него выходят уши. Он может, пока он не тянет, пока эти уши вышли, он может проколоть до того, как он полностью родился. Вышла голова, он проколол ему ухо. Этот козленок теряет святость первенца. Это умышленно, но он еще не получил святость первенца, потому что он еще не родился. Он получает святость первенца когда? Когда его голова, не полностью, его голова полностью вышла. Но он должен караулить, он хочет сохранить деньги себе. Он не хочет мицву делать, он хочет деньги сэкономить. Имра бисфате. А барашек, он говорит, как, где ему можно проколоть? На его губах. Потому что уши у него маленькие, но когда он рождается, сначала его рот выходит. И когда амре имре наме будне эмурдерех це аданапак. Амарава. Это одно мнение. Есть мнение, которое говорит, что даже барашка можно сделать, проколоть его в ушах также. Амарава ахаль вело мехезе паи. У мехезе им лепхолешло му типер. Он говорит так, если у этого первенца есть дефект на губе с внутренней стороны. Не видно. О, когда видно, когда он жует, не видно. Но когда он бекает, губа поднимается у них наверх, тогда видно. Значит дефект, правильно говорю. Майка машмалан, тенина, хахутина, хитсонот. Тенина, хахутина, хитсонот. Шенивгему, вешенигмему, хапнимьот, неекру. Майта ама алав мишум дехи паи мехазе, амара папа. Рава нами тама де матнитин мефареш май тама не икру хэвэ мума мишум дэхи паи мехэзэ бапэ. Вот это до каких пор? Такое всё. Как мы сказали, некоторые говорят, что даже у барашка можно сделать проколоть уши. Почему? Потому что у него сначала выходит лоб, и уши можно ему проколоть. Дальше мы сказали, Рафапа говорит так. Если мы сказали, барашек есть и дефекта не видно,
Но когда он бегает, дефект видно, это считается дефектом. Что, чему он хочет нас научить? Он говорит, мы учили в Мишне так, что если у него был надрез или на гамс, гамс это на деснах, или его задние зубы полностью вырваны, считается дефектом или нет? Он говорит, для чего нам нужно говорить про вырванные зубы? Уши даже прокалываются, оно уже заживает, не видно уже. Все, у него дефект, был дефект, есть дефект. Даже дефект на внутренней стороне губы тоже есть? Если его видно, когда он хотя бы бегает, или у него вырвались задние зубы, когда если он видно, будет есть, когда он будет бегать, будет видно, что задних зубов у него нет, тогда это тоже считается дефектом. Но если не видно, тогда это не будет дефект. Опять, здесь мы всем говорим, что дефект должен быть видим. Ну, обычно мы, да, он не знает, у него с ногой что-то или есть какой-то другой дефект, но мы идем по большинству. Большинство животных рождается здоровыми. И это человек, который не хочет сделать мицву, а хочет сохранить для себя этого первенца, поэтому у него есть выход. Опять, мы учим концепт, мы учим закон. Тора говорит, до того, как этот барашек родился, он еще не имеет святость первенца. Когда он вышел, или хотя бы большинство его головы, или вся голова вышла, тогда он считается родившимся. Тогда уже дефект нельзя делать. Поэтому мы изучаем законы. Человек, кто мудрец, который знает, знает как, не нарушив закон, сделать что-то правильно. До каких Зоар, что до каких формул, СФ? Было вот так. До Бет-Амикдаша, пока Бет-Амикдаш стоял. Сегодня это тоже имеет святость. Я думаю, что сегодня в Израиле тоже они оставляют их первенцев, не имеют права пользоваться. Кому они дают? Давай, они оставляют, он умирает. То, давайте мы пойдем дальше. Зоар на сегодня говорит, Питху инфу патху хэм бене эрец Исраэль, ве амру. Сказали, как мы сказали, жители Исраэль начали говорить, сказали, эхая швабада даир, как же этот город, Иерусалим, сидел в одиночестве. Йом эхад ешла кадош баруху шу агув навшо. Есть у Всевышнего один день, который он любит. Калул микол шарамим, в который входят все другие дни. Кол сфера кару йом, каждая сфера называется день. Вехана кавана, а сфера да тиферет шу колел бетухов кол шешлет сферот. И здесь говорится о сфере тиферет, в которую входят все другие сферот. Сферот мы сказали, что это так называемые способы управления нашим миром. Всевышний управляет наш мир через сферот. Мы говорим, милосердие, строгость, красота и так далее. Он говорит так, шишая микрулимбо, вуклал, клал, кулал. В этот день тиферет входят все другие шесть сферот. Веал, ширбу, авонод, мисталег, лемала, лемала, эцел улама хаим, дайну, мидата бина. И так как евреи грешили, эта сфера поднялась наверх. אז מתחד שיקולי המשכן קם יום אחד מר היינו ספירה שמצד הכן התאמה יום הבכי, יום הצער, יום שנקרא מהומה ומסובה ומוחה так как эта ספירה поднималась на небо, здесь появилась ספירה, которая была связана с плачем и с горечью ונכנס בתוך המשכן וחילה ותימה и зашел в משכן, в בית המקדש и уничтожил его, и осквернил его ואדון המשכן שהיה שכינה קדושה а хозяин этого משכана, שכינה святая הלך וברח вышел оттуда и убежал. Винит гореш ми мушаво лехарар шебахуц. И он был изгнан из своего жилища на улицу лехарар и харев. В развалины, в руины. Ба мишкан калав нехарав. А мишкан же был уничтожен и разрушен. Леватар ахарках ярад йом элеона ушин сталек. Шаал ал мишкано ва арен нехарав. Затем вот этот святой день Тиферет спустился с небес и спросил, а где же мишкан? Разрушен. נכנס ואיביד על בעלי המשכן שהיא המלכה האהובה נפשו והרי נתגרשה וברכה וכל הבניין נהרס. То есть здесь это как бы аллегория, что Всевышний бросил нас во время разрушения Бета Мигдаша, поднялся на небо, затем, когда он спустился и стал искать, смотрит, мешкан разрушили, говорит, где шхина? Шхина в изгнании, и все разрушено. אז התחיל לצעוק צעקה אחת צעקה כנהימת Аттарнеголь аль-Некева Шеро. И тогда он стал плакать, рев за ревом, крик за криком, как петух плачет о своей умершей курице. А Даудитив, это то, что написано. Ешая мекакер кир, нехима кетарнеголя, нехима кетарнеголя. Вот он как бы кукарекует и плачет, как петух плачет о своей курице.
Here, Pirusho Adon Shalit Hainusha Adon Meshalit Soek Venohem Kiminha Kinehimata Tarnegolet. So this Kiyo написано, это имеется в виду хозяин всего, хозяин вселенной и плачет о разрушении Бет-Амикдаша и изгнании Шхины. Вешуа осе цака вецоек элехар шебарха шама малька. Он плачет и кричит к горе, которую убежала царица, куда убежала Шхина. Осе цака вецоек векоре бенхима шель бихия эха айека агуват навши. Айека Йонати Таммати, Айека Яхида Шели, Шайта Митьяхедет и Мибихуд. Он плачет и взывает, где же ты моя любимая, где ты моя сладкая, можно сказать, где ты моя единственная, с которой мы уединялись. Эха Нотерикон Эко. Что это Эха? Это аббревиатура Э, Алеф Йод и Ко, 25, Кафхей. Шайта Локахат Бехолион Эсрим Мехамшаут Йод Айхучель. Шима Исраэль, Валькен Никрет Ко. Потому что эта шхина брала каждый день 25 букв из пасука Шима Исраэль. И поэтому называется Ко. Ко это, Каф это 20, Хей это 5, 25. Ахоти, Бити, Ими, Анахалах. Всевышний говорит, ты моя сестра, ты моя дочь, ты моя мать. Куда ты отправилась? Ле Эзе Маком Панит Лелех. В какую сторону ты отправилась идти? אנחנו בני ישראל ששומעים בכל יום קרקור זה של אדוננו לנו ראוי לבכות. И эти жители Израиля говорит, мы, жители Израиля, которые каждый день слышим вот этот плач, нам подобает плакать. לנו ראוי להספיד, нам подобает говорить над огромные речи, говорить эспед. לנו ראוי לפתוח ולומר את חי השווה בדת. Поэтому нам подобает первым оплакивать Иерусалим и сказать слова из книги Эха, которые говорят, как же этот город Иерусалим сидел в одиночестве. Конечно. Говорит Мусана сегодня Сефер Хасидим, глава 155. Зей Исод Лимуда Ира. Вот фундамент изучения страха перед Всевышним. Исод Ирей Луким Техилат Хохма Ира Ташем. Начало мудрости – это страх перед Всевышним. Человек говорит, о, я знаю все. Если страха нету, мы сказали, это осел, нагруженный книгами. Кшетаво Лаасод Шумдавар Тахашов Имая Адама Хер Осеу Имая Шоэль Лехаеца Мяита Умерло. Перед тем, как сделать что-то, подумай, если бы тебя пришел к тебе кто-то за советом и спросил, делать это или нет, подумай, что бы ты ему сказал. Например, я не знаю, пример. Любой пример. Человек думает, ну, включить телевизор или не включить. Ребенок, папа, можно. Человек думает сам. Пусть подумает, если бы пришел меня кто-то спросил. Ну что ты думаешь, мне посмотреть сегодня новости или нет? Что бы я ему ответил? Радио лучше послушай. Радио лучше послушай. Или лучше книгу открой. Так не говори ему это, себе скажи. Перед тем, как ты его включишь. Поэтому он говорит, перед тем, как что-то сделать, подумай, если тебя спросил кто-то, делать мне это или нет, что бы ты ему ответил. И моя шоэлле хайца мяйта умерло. Лехен амру ветиферет ло мина адам кашер пилальта лахирим тирэлах. Поэтому он говорит, это корона для человека. Перед тем, как решить что-то сделать для себя, ты подумай, что бы ты сказал другим. И если ты сделаешь, как бы ты сказал другим, это будет корона на твоей голове. Решит хохма, кене хохма. Мы сказали, начало мудрости, человек должен приобрести мудрость. Шиягия бин халиль мод альтикнело эла рав хахам и решамаем. Когда твой сын достиг возраста, которому нужно обучать ему его Торе, возьми ему равина, который мудрый и богобоязненный. Как написано в Мишле, Ираташем решит даат. Мудрость, страх перед Всевышним, начало знания. Мы говорим, здесь есть знание, есть здесь мудрость. Поэтому Мишле говорит, страх перед Всевышним, начало знания. Везег делях нисо бираташем. И для чего это нужно? Чтобы у ребенка был страх перед Всевышним. Веод миколь решит итен ло дихтив. Кроме этого написано, от всякого... От всего, что первое, отдай ему. И тем, как написано, Ехескель решит коль бикуре коль вехоль трумат коль. Вехен титен ло решит айом вехалайла. И также дай ему начало дня и начало ночи. Леворхо бамешем хане лах байом валайла. Вехен умер, ки иреша меха масэйз водеха, иреха лохома шерку нантам, шуху маарив арабим ве йоцер ор. Смотрим, что здесь имеется в виду.
Человек должен благословлять своих детей и утром, и вечером. Теми благословениями, которые Всевышний дал ему. Здесь можно сказать, что человек должен быть со своими детьми вечером и утром. Проспаться они должны пораньше, идти спать пораньше, чтобы утром проснулись пораньше. Человек должен благословить своих детей. Алахана сегодня говорит Рамбам, глава 13, Алахот Тфила, Аминхага Башут Бехоль Исраэль Шем Машили Мин Эда Тора Бешана Эхат. У нас сегодня обычай, что мы заканчиваем чтение Торы в течение одного года. Маткилим Бешабаче Ахар Хага Сукот, Векурим Бецедер Бешит. Когда мы начинаем Тору, в Шаббат после праздника Сукот. Это Берешит мы начинаем и читаем целый год. Башния Эле Тольдот. Второй Шаббат мы читаем Эле Тольдот. Башнишит Ваёмар Шем Эль Авраам. Векурим Веорхим Ал Седер Зе Ачи Гумрим Эта Тора Бехага Сукот. Так мы читаем Эле Тольдот Ноах. Да, вторая это Ноах и так далее. И читаем всю Тору в течение всего года и заканчиваем ее к Сукоту на следующий год. Ведь мы еще машлим Эта Тора Бешлуша Шаним. Но есть люди, которые, есть общины, которые заканчивают чтение Торы в течение 3 лет, за 3 года, не за один, да. Раньше во время Гемары было так. Потом установили, что все заканчивали за 1 год. Так, самый распространенный обычай сегодня, мы заканчиваем читать Тору в течение 1 года. Эзратикен, вторая лаха. Эзратикен лайм лейсрэнши юкорин келелот бешебе север вайкра кодем ацелет шеби мишне Тора. О, теперь если вы посмотрите, после Песаха, или после Песаха, или после Песаха, я думаю, у нас в этом году получилось чуть-чуть разногласие с землей Израиля. У нас Песах был 8 дней, там был 7. Мы после Песаха, 8-й день у нас был Шаббат, мы читали то, что читаем на Йом Тов. В Израиле уже Песах закончился, и они читали уже следующую главу, поэтому мы от них на 1 главу отставали. Пока мы пару недель назад, мы не догнали. То есть у нас есть несколько глав, которые мы читаем по 2 главы. Вот Рамбам говорит. Эзра Суфер постановил, что проклятие, которое написано в книге Ваикра, ходе мацерет, нужно их прочитать до праздника Шавуот. Мы успели. Мы успели. Шеби Мишне Тора, проклятие, которое написано в книге Деварим, ходем Роша Шана, мы должны прочитать их до Роша Шана. И даже не за неделю, а за 2 недели. То после этих проклятий, которые написаны в книге Дварим, есть у нас Параша Ницавим, который разделяет между этими проклятиями и Рош ха-Шана. И также у нас обычай говорит, что мы должны прочитать Парашат Бемидбар до праздника Шавуот. Итак, мы читаем сегодня. Ваетханан Ахат Шабеав. Ваетханан читать после 9 ава. На этот шаббат мы читаем книгу Дварим, Парашат Дварим, в четверг у нас. Тиша Беав, в следующую пятницу мы читаем Ваетханан, как пишет Рамбам, как говорит Аллаха, Атем Ницавим Кодем Рош ха-Шана, как мы сказали, Атем Ницавим, это параша до Рош ха-Шана читается. Цав это Арон Кодем а-Песах, Цав до Песаха, Бешана Пшута, когда это простой год, не удвоенный Адар, Лефиках есть Шаббатот Шакурим Шахарит Штеседарим, поэтому говорит, есть некоторые шаббаты, когда мы читаем Шахарит, 2 параши. Кегон, Иша, Китазрия, Везот, Тие, Торада, Мецора. Как Тазрия, Мецора. Это 2 главы мы читаем. Или также мы читаем Имбехукотай, Имбехукотай, Имбехарсинай. Также мы читаем Бехукотай, Бехарсинай вместе. Когда у нас нет добавочного Адара. Некоцевен, Речи Ишлюму, Башанам, Икуго, Там, Хазарим, Беонатан. Почему это делается? Теперь у нас есть в году 12 месяцев. А иногда есть 13. Когда есть 13, у нас есть отдельная параша для каждой недели. Выходит, у нас есть 4, 5, 6 личных парашиот. А когда нет у этого Адара, что мы делаем? То некоторые парашиот мы соединяем. Для чего это сделано? Для того, чтобы, как мы сказали, закончить все чтение Торы от Суккота до Суккота. На этом Хохли Исраэль на сегодня. Баруха Адонай Ла Олам. Амен ве амен.